Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Сегодня я хочу поделиться с вами монетой GameX. И у меня несколько видео есть на канале, так как я уже писала об этом. Монетка уже на бирже, такая вот в игровой форме она. Ну и регистрация здесь простейшая, я тоже говорила в предыдущем видео. Вот, сейчас я вам покажу, если кто захочет присоединиться. Загрузится страничка. Значит, юзернейм, email, повтор email, два раза пароль, капча, ставим галочку. И нажимаем на красную такую розовую вкладочку Get Account Create. Вроде должно письмо на почту прийти. Я уже давно здесь. Так что проверьте, пожалуйста, почту и папку спам. Вот, я же зайду. Я захожу в режиме инкогнито, потому что мне не пройти капчу. Вот. У меня там уже достаточно монет. Здесь ничего сложного нет. Монетка, да, она на бирже. Вот. Игра платит. Я сюда захожу ежедневно. Вот. И собираю монетку. Так, сейчас пройду капчу. Нажимаю логин. Вот, обратите внимание, в правом верхнем углу вот мне начислили 3 монеты. Раньше давали 10 монет. Так, это новости. Можно, это все переводится и читается. Значит, так. Вот, мне начислили 3 монеты. Потом стали начислять 5 монет. Сейчас уже все уменьшается. По 3 монетки ежедневно. Значит, мой баланс. Мне удали 3 монетки. 613 монет. Вот, зашли в кабинет. Получили монетку. Значит, что нужно сделать? Перезагрузить. Обращаем внимание, 613 монет. Сейчас плюс 3 будет 616. Я перезагружаю страничку. И вот 616 монеток стало. Всего у меня монет 1062 монеты. Так, вывела я отсюда 446 монет уже. Сейчас я вот хочу вывести 616 монеток. Значит, минимум отсюда вывод 250 монет. Так. Значит, тут все это тоже можно прочесть. Ну и что так? Ну, это депозит нам не надо. Это наша как бы информационная такая панель. Вот. Все здесь изменяется каждый раз. Все обновляется. Значит, вот вкладочка Виндрав. Далее здесь профиль. Как бы, да? Далее. Дашборд. Нажимаем сюда. Здесь статистика. Как бы идет, да? Вот. Вот моя статистика, я вывела отсюда. Значит, 17.05 446 монеток. Вот. Значит, вот здесь GameX Falcat. Можно нажать. И вот у меня здесь 101 монетка.
Нажимаем. Так, это предыдущий. Вот мой баланс. Так, нажимаем claim. И вот у меня осталось 103 монетки. Раз в час сюда можно заходить и собирать. И здесь же, чуть ниже, находится партнерская ссылочка. Вопросы-ответы обязательно прочесть. Так. И что? Они отсюда выводятся тоже. Так, нажимаю dashboard. И на игру партнерская ссылочка находится вот здесь ниже. Так, ну давайте я поставлю монетку на вывод. Монета выводится где-то на полтора, в районе, ну, сутки, двое суток. Вот так как-то. Так, WinDraw. И кошелек сюда надо Wavis. Вот самое главное. Значит, у меня 616 монеток. Сюда вставляем адрес. Так, сейчас я скопирую адрес и вставлю. Вставляем кошелек. Там уже. Так. И вот у меня 616 монет. Сейчас я поставлю так. И нажимаю на розовую. Все, мои монетки ушли как бы в кошелек, да? Через сутки. Ну что, у нас сегодня пятница, завтра суббота. Но в субботу, воскресенье они должны поступить на кошелек. Они не сразу, да, как бы приходят. Так, давайте теперь покажу кошелек. Вот такой вот кошелек Wavis. Ссылочку я оставлю под видео. В кошельке нет реферальной программы. Значит, я зайду. Здесь, когда, если вас заинтересует эта монета, и вы захотите присоединиться, вы заведете вот этот кошелек такой в обязательном порядке. Все здесь записать. Вот когда будете здесь, все. Вот секретные слова вам дадут. Иначе вы в кошелек потом не войдете. Потому что там ничего не сохраняется здесь. Вот так вот выглядит кошелек. Но это кошелек и еще плюс биржа. Вот транзакции. Ну это так. Там мне тут уже идут транзакции. Это не то. Так, где мне это самое? Так, показать вам мои монетки. Так, вот здесь я нажала на портфель. И вот мои монетки. Обратите внимание, в кошельке. Так. Вависа у меня нет. Так, это биткоин. От GameX. Видите? 446 монет я уже выводила. Так вот они у меня на кошельке. Вот. Как бы. Вот такой вот кошелек. Кому интересно, пользуйтесь игрой. И вот монетки, они придут. Так, это транзакции. У меня нет транзакций. Это получение. Так, лизинг. Это что это такое? Ясно, портфель. Вот. Ну вот они придут сюда. У меня будет уже 1000 там с лишним, да, монеток. По этому кошельку на YouTube очень много информации, как регистрироваться, как им пользоваться. Найдете информацию, все посмотрите. Вот. Ну, такая вот игра. Я ежедневно захожу, получаю монетку, ну и на кран. Я не хочу сказать, что я тут на кране сильно дуже сижу. Нет. Вот. Так, даже страничку надо перезагрузить, потому как я вывела. А монетки остались. Они, возможно, выведутся. Да, когда денежка поступит на кошелек, тогда они спишутся. Вот, в принципе, все.
пользуйтесь. Ничего, находиться здесь не надо. Зашли, залогинились. Вам начислили монетку. Вот здесь будет в правом верхнем углу. Обновили страничку. Монетка капнула. Все. Хотите, на кран зайдите. Клюкните. Я закрываю все. И до следующего утра. Дня. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.